Привет, зритель! Полезные советы, лайфхаки и все о нашем здоровье на одном канале. Ну что ж, поехали! Гороскоп на 24 июня 2018 года. Овен. У многих овнов возрастут способности к творчеству, сексуальная энергия, интуиция. Рекомендуется посетить храм, проявлять милосердие, заботу о нуждающихся детях и стариках, выполнять просьбы. Телец. Рекомендуется быть внимательными и осторожными, хотя не все будет зависеть от вас. Близнецы. Сегодня вы можете с успехом осуществлять различные коммерческие сделки, даже связанные с риском. Некоторые недоразумения во второй половине дня потребуют большей организованности и последовательности. Рак. Интуиция будет иметь тенденцию к ослаблению. Вам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Лев. Разберитесь в своих планах, мыслях и поступках, потому что вы должны быть готовы к неожиданному повороту судьбы. Личная жизнь также потребует от вас осторожности и внимания. Вероятно, ссора с кем-то из близких или проблемы со старшими родственниками. Дева. Трудолюбие, упорство в достижении цели или покровительство влиятельного лица позволят создать стартовую площадку для финансового взлета. Вечер посвятите укреплению собственного здоровья и здоровья детей. Весы. Вероятен небольшой стресс, после которого в душе вновь воцарятся мир и спокойствие, и вы сможете реально оценить сложившуюся ситуацию. Скорпион. Вероятно, мелкие бытовые и служебные хлопоты внесут суету. Не исключены финансовые потери. Стрелец. Избавьтесь от ненужных вещей, пересмотрите свои отношения с окружающими. Будьте честны по отношению к самим себе, постарайтесь избегать обещаний, клятв и ненужных разговоров. Козерог. Неудачи первой половины дня могут быть связаны с вашей рассеянностью и неуверенностью в себе. Вторая половина дня может принести душевное равновесие и покой. Водолей. Нельзя проявлять озабоченность и суетливость. Не старайтесь переложить тяжесть проблем на своих партнеров. Постарайтесь не замечать мелких неприятностей. Ваше обаяние может творить чудеса, вероятны вещие сны. Рыбы. Вероятны ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, не исключены нервные стрессы. Мелкие ссоры с любимым человеком сегодня могут привести к очень крупному скандалу, а то и к полному разрыву отношений. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, а также не забудьте перейти на наши странички в Instagram и Facebook. Ссылки есть в описании. Услышимся!